Так, что тут у нас? Термические мины с датчиком движения? Полезная штука. Самому бы только не сгореть. Они крабы. Почти поймали меня. Один из них схватил меня, оторвал руку. Я потерял сознание и... Я все еще жив. Я остановил кровотечение, но надо найти Клару. Здесь слишком опасно для малютки. Слишком опасно. Офицер связи — это вам не техник. Но стоит чему-то сломаться, она тут как тут. Когда починишь, у меня отчеты не отправлены. Даже не знаю, как буду жить без этих бесконечных жалоб. Я расшифровала еще несколько файлов. Статибану успели отправить одно единственное сообщение, но в нем содержались координаты их последнего местонахождения и отчет о первом контакте с керками. Так что произошло? В созвездие гончих псов направили еще один корабль-колонию — Ребекка Ли.
После бортового сканирования неизвестной планеты было решено высадить на поверхность несколько исследовательских групп и разбить колонию. Не прошло и недели, как появились кероки и всех вырезали. Какие, однако, негостеприимные хозяева. Здесь говорится, что правительство считало эту планету колыбелью керок. Колонисты сразу наткнулись на какие-то руины, на которых были те же письмена, что и на кораблях пришельцев. А значит, кероки когда-то жили на этой планете. Так вот оно что. Мы высадились на их родной планете, и они решили в отместку уничтожить нашу. Похоже на то. Да. Солдатик! Ну, наконец-то! Вытащи меня отсюда! Я вас выведу, но вам придется вскрыть пару дверей. Спятил? Вокруг полно пришельцев! А тебе замки взламывать приспичило? Слушай, мне с тобой возиться некогда. Хочешь спастись? Помогай! Держись, сейчас все будет! Они убьют нас! Успокойся!
Что я тебе говорил? Идем. Симмонс из навигаторской подслушал разговор адмирала Франклина с командующим силами ОСБ. По их словам, Кероки прошли сквозь нашу систему обороны у Сатурна так, словно ее там и не было. Командование готовится к эвакуации планетарного масштаба. Мне нужно забрать детей с Земли. Времени слишком мало.